Пострадавшие от паводка крестьянские хозяйства Атырауской области не получают необходимой помощи. Более того, в регионе не могут назвать их точное количество. Только в Махамбетском районе и самом Атырау их предположительно 140. Проблему обсудили на совещании по развитию агросектора при партии Аманат. У собравшихся фермеров единственное требование – полное возмещение ущерба. Они раскапывали землю прошлой осенью и сажали урожай весной. Есть и те, кто не спешил и не сеял зерна на рваной земле. А у животноводов в конюшне до сих пор в воде, а лошади разбежались. Наши требования реальны. Когда мы узнали, что вода придет, мы решили не засаживать землю. В прошлом году мы ее подготовили. Мы спахали несколько гектаров. Кто возместит эти убытки? Также есть вопросы по конюшням. По этим вопросам нам не дают точного ответа. Если не решить проблему оперативно, она может привести к нехватке продовольствия в регионе. Ситуацию под контроль взяли партийцы. Создав комиссию, мы работаем над тем, чтобы за это короткое время быстро решить проблему, предложив алгоритмы решения министерству или правительству, если у местной исполнительной власти не хватает на это сил.